хорошая игра, игрок номер один, ваши минуты. Доброе утро, рад всех приветствовать. Вам Одесса понравилась, да, очень? Поверь с тихого заката в черный гроб. Вот. Смотрите, передаю привет супруге с ребенком, который потом вспомнил, что тут трансляция. Они смотрят, болеют. Мне очень важна ваша поддержка. Смотрите, у меня есть такое маленькое предложение. У нас таблицы будут открыты 2 дня. Мне кажется, что если они будут 2 дня открыты, то завтра уже, в принципе, посчитать все будет не сильно сложно. Я вообще предложил закрыть сегодняшний день. 2 игры не введены. Господин Эрнест вроде пошел вводить. Я бы закрыл сегодняшний день, не вводил бы уже, потому что завтра посчитать, ну, с учетом расстановки допов по сегодняшним, там, вчерашнему дню, можно, в принципе, просчитать, и завтра будет не мафия, как пока 10 игр проходит, а какая-то ерундистика. Вот, смотрите, дальше передаю привет. Господин Фараон просил и админ, я им обещал сегодня передать привет. 10 секунд. Передаю в РБФ Баку, салам милят. Они просили. Вот. И хотел бы... Меня выставят, я еще в автокастрюк скажу, как привет хотел передать. Спасибо. Спасибо, игрок номер один, игрок номер два, ваши минуты. Выставляю с вами игрока номер один. Доброе утро, город. Желаю всем хорошей, приятной игры. Смотрите. Ну, вы же знали так, что таблицы будут открыты первые 2 дня уже давным-давно. Вы у нас новатор в чате, как бы могли раньше об этом подумать. Но в целом мне ваша резкая линия понравилась. То есть она была, да, помимо приветов, какая-то она была, что ли, расслаблена, без приколов. То есть вы черный игрок на первом номере, скорее бы что-то подкинули. Это я, чтобы вспомнил приветы передать. Я всегда так делаю. Я уже делала вчера так и забывала постоянно передать приветы. Вот. Поэтому по анализу 1 мне скорее он понравился. Мне кажется, не такой какой-то напряженный, расслабленная речь. И в целом, мне кажется, он бы черным что-то бы придумал на первом номере. Вот. Теперь обязательно, конечно же, приветы. Приветов много. Сначала одним, потом вторым. Хочу передать привет вокзальной, особенно Артему, Жене. Также поздравить Игоря Чая с днем рождения, с прошедшим. Вот. Извини, что вчера не поздравила. Также суперкомментаторская. Ребята большие молодцы. Делают огромную работу. И всем моим птичкам как-то Ран, тоже спасибо, очень приятно, что вы мне пишете. Я игрок красный, надеюсь, мы выиграем. По один вы меня поняли, если что, могу переговорить, если кто-то еще не понял, что я красный, но я думаю, вы все люди умные, все понимаете. Спасибо, игрок номер 2, игрок номер 3, ваши минуты. А я в ту камеру передам привет, все туда-туда передают, никто не замечал, молодой человек же работает, правильно, старается. А вот передаю привет в Харьков, любимой жене, Вольфрам, я тебя люблю, все приветы уходят тебе, без приветов. Я первый раз передаю приветы, можно? Или меня, если меня с замены позвали, то нельзя приветы передавать, да? Правило такое? Новшество. Блин, мне кажется, будет замес. Реально будет замес. Музыка такая играла прям для замеса. Как вы думаете? Я думаю, прям реально будет замес. Я готов оставить 3, если меня убьют. Прям реально готов. Мне кажется, я прям созрел. Ну, не факт, что черных. Вот. Реально вас нужно немного расслабить. Тут какие-то грустные сидят, кому-то подарки не понравились. Что это значит? Это вы сейчас скажете, я красный игрок, мирный житель. Черный я сладкий, сук. Я их обманываю. Смотрите, играюсь 1. Вам прям важно, да? Думаю, черная 2. По 1 реально непонятно, да, какого он цвета? Хорошая речь, там что-то, чувак, всю минуту привет. Спасибо, игрок номер 3, игрок номер 4, ваша минута. Хорошая речь, я буду это использовать, потому что я постоянно обещаю людям, что буду передавать им привет, а в игре тупо об этом забываю. Этот привет будет не актуален через какое-то время, потому что он действительно только сегодня, но госпожа Каплан, поздравляю вас с днем рождения. Думаю, вам будет приятно то, что вы будете это видеть сейчас. Вот, привет вам. Хотя вы и не просили привет. Люди там просят, а я говорю, может, не успею, все такое. Так, ну смотрите, но я не могу не играть с 3, потому что на вашей речи мне показалось, что вы немного нервничаете, игрок номер 2. То есть не то, что я прямо играю против вас, но то, что я закидываю, но мне показалось, что вы как-то очень нервозно все себя ведете. То есть и туда, и сюда, и к столу, и обратно. Вот. Не то, что я прямо именно думаю, что вы прям точно черная, но мне показалось, что это было этот маленький момент, потому что то, что 3 играют против вас, на данный момент мне это импонирует. Не то, что я прям разделяю его позицию о том, что вы прям точно игрок черный, может быть, нет, может быть, он ошибается, может, я ошибаюсь. Вот. Но мне, по крайней мере, на данный момент это нравится. Первый просто в стороне, потому что поговорю речь за приветами, господин РФ может спрятать за черной картой, что угодно. Поэтому просто пока что он у меня в стороне, немного подозреваю 2, потому что показалось, что она была эмоционально нестабильной на своей речи. И 3 позиционно мне в данный момент нравится. Вот, музыка, не знаю, что будет и там за месяц и так далее, но мне просто нравится такая музыка, вот, и она меня прям настраивает на хорошую игру. Я прям, и когда там играет какая-то там, не знаю, музыка, под которую на Люся выходила, она меня расслабляет, как-то я просто спасибо, смеюсь, она игрок, такая музыка заряжает на хорошую игру. 5, ваша минута. И вы зарядили, да? Замечательно. Вот. Не знаю, одна из тех игр, когда мне хочется сказать, что... Плоской игрок красный. Вот. Я ничего плохого не сделал, просто... Здоровье не позволяет. Может быть. На самом деле, мне казалось, 2 очень яркая речь. То есть, и мне показалось, что она скорее красная. То, что мне показалось. Но если вы подозреваете, ну, вы, игрока номер 2, выставляет 2, я предлагаю поговорить и донести людям нужным языком, как бы, что вы игрок красный, как бы.
поводу приветов никогда их не передаю, считаю, что это лишние вещи. То есть, когда вы будете в ситуации, когда вы черный с двух сторон, там, либо вас сняли черным игроком, передавайте сколько угодно. Пока что это не игровое, ну вообще не внесение не в игры. Мне больше всего нравится 4. 10 секунд. На этом я остановлюсь. Как-то так, спасибо. Спасибо, игрок номер 5. Игрок номер 6 получил первый пол в вашей минуте. Да, я играю 2-3. 3 для меня самый красный. 3, я понял, по каким... 3 по своим аргументам сыграл против 2. Он сказал, что вы, когда вы черные, вы там ускоряете то ли темп, то ли тараторите. И я понимал, что сейчас вы, в принципе, говорите так же. И он по этому аргументу сыграл против вас. Я подумал, если он скажет, что вы красные, он подозрительный. Но он сказал, что вы подозрительные. Поэтому он красный. 2 мне не кажется черные пока. Поэтому моя команда пока 2-3. По поводу игрока номер 1. 2 правильно объяснила по игроку номер 1. Что это он знал и вчера по поводу того, что таблицы открыты. Это можно обсудить между играми. Это решение принимаем не мы, это решение принимают организаторы. Зачем эта информация? Он, как и тогда, когда был черный на 1, когда черные были 1-3-8, тоже говорил вещи, не то, о чем думал ночью, даже примерно, а просто, ну, что вижу, то пою, о чем пришло поговорить. А вы сказали, что вам тоже что-то зацепило в речи игрока номер 2. Почему 3 сыграл против 2? В моей голове я могу это представить. Почему вы сыграли против игрока номер... Потому что допускаю даже, что 4-5 вместе могут быть черными игроками. Все. Хоть какой-то в жизни, первый раз в жизни сказал, что вы красный. Поэтому спасибо, сами понимаете. Спасибо. Игрок номер 6, игрок номер 7. Ваши минуты. Доброе утро, город. Обязательно за то, чтобы поговорил Эльнур. У него была веселая, радостная речь. Вы с ним сыграли. Я скажу так. Вчера я просто для себя отметил. Два человека, которые передали привет. Это был Русик и... Док, они были черными игроками, и сам я подумал, это очень комфортно передавать привет. И очень много людей есть, которым можно передать привет, поэтому можно просто залить свою речь таким образом. Были приветы в 1, 2, 3, 4, это закончилось на 5. Для меня это просто недоговоренная речь. Не то, чтобы человек показал свой цвет, как-то рассказал, что он думает и так далее. Поэтому это очень важно, чтобы эти игроки сказали теперь уже в игру что-то для меня лично. Потому что мне взять оттуда мало что можно. Мне кажется, что красный трип по подаче просто. И то, что он остановился, попросил, ну, Вольфрам это достойно, как бы. После этого он остановился, перестал уже передать привет. Это было хорошо. Мне показался красный 5 скорее. Мне кажется, что максимум один черный между 2. 3, 5, 6. И то 2 позиционно, и за 5 и 6. И то, как вторая просит там, ну какая 2, какая 2. Хотя там спасибо, уверенности нет. Игрок, я просто играю с 2, 3, 5, 6. 8, 8, 8. Так, пока мне кажется, что 9 красный в этой игре, потому что он довольно весело проснулся. Смотрите, в игрока номер 2 были плохие аргументы по первому о том, что он черным что-то придумал. Вчера была игра на номер 1, он тоже рассказывал про прошлую игру. То есть, почему первый красный для вас это странно. Но я думаю, что вторая красная, несмотря на то, что она сказала по первому, потому что она спросила игрока номер 6, какого он цвета. То есть я не думаю, что она черная, я спрашиваю у нее, когда против нее играет 3-4-5. Пока я играю в команде 2-3-6-9, седьмой почему-то называет пятого красным, где у пятого именно четвертый самый красный, для меня это странно. Почему? Нет, я против проверки 6. Я вам послушаю обязательно первого. Если 7 красный, я так думаю, что 4-5 не вдвоем черный, соответственно, подозрение 1-10. Пока красные 2-3-6-9. Спасибо. Спасибо, игрок номер 8, игрок номер 9, ваше место. Ну ты же видел, как я повернулась к Саше, говорю, Саш, ну, у тебя 2 точно черные, я просто подумал, что вы вместе красные. Поэтому, когда 6 это озвучил и сказал, что он играет 2-3, просто в отдельности речь 2 мне показалась красной, и речь 3 игрока, когда он начал, мне показался он очень красным. Я не ожидала, что вы скажете, что у вас 2 черные, для меня типа это был шок. Я сыграю, как почувствовала, не более того, 2-3, поэтому шестому, я говорю, я аж обрадовалась, что хоть кто-то это сказал, но ты видел, как я обращалась к игроку по номеру 3, ты типа мог под меня сыграть. То есть, типа, ты сыграл по мне правильно, 2-3-6, здорово, классно, но мне не понравился эмоционально ты. Почему ты, я не знаю, ты вообще не черный, я сейчас хочу до тебя дойти, я бы вообще тебя взяла... Но из-за того, что как бы тут-то люди, ну, они же почему-то отказываются от тебя, типа, может быть, ну, вряд ли же, да, 5-7-8 черные, которые от тебя отказались, да, вряд ли. А мне 5 не понравился. Я вообще за проверку 5, поэтому я не могу взять игрока под номером 7 в свою команду. Вот. Спасибо, игрок номер 9, игрок номер 10, ваша минута. С кем? Ну, отлично, один раз выпилим. Вот. У меня все сложно. Вообще не сходится позиция ни с кем. Вот, не, вот вы вот смотрите, я вот смотрите, я сижу, знаете, как у меня на ноге, а вот мне, ну, короче, там руки еще поняли. И когда вы говорили, я вот так достал руки, вот я не поленился, достал руки, чтобы показать, что вы черный. Да. Но они начали вам вот так вот хлопать, я такой, ладно, не буду доставать.
Мне кажется, просто черный 6. Вот. Смотрите, когда говорила 2, мне казалось, в начале 5 секунд, мне казалось, что она сейчас просто сознание потеряет. Ну, задержала дыхание, и сознание сейчас потеряет. Поэтому я подозревал 2. Поэтому, когда третий сказал на последние там, 5 секунд, что думает 2 черный, я подумал, что третий красный. Вот, смотрите, мне кажется, 3, 4, 5, много красных. Вот я не подозреваю 5, не подозреваю 3. Вот. Я не сильно подозреваю 7, это не точно, но я не сильно подозреваю 7. 7 сказал, что я красный, шрифт проявляет игрока номер 7. Спасибо, игрок номер 10. Франклин, второй фол. Голосование. Прекращена любая жестикуляция. Убийство с игрового стола. 1-2. 1-2. Кто голосует за игрока под номером 1? Спасибо, это 5 голосов. За 2, 5 голосов. Это катастрофа 1-2, игрок номер 1, ваш 10. Смотрите, я играю 3, 4, 8, 9. Смотрите, пятый для меня самый черный. Дайте объясню, когда тебя не против своей проверки, я думаю, что меня не убьют. Пятый сказал в своей речи, что для него второй не черный, играет он с 4. Третий сказал, что 2 черный. Почему у вас не 2 в команде? Вот. У четвертого третий красный, он сыграл против 2. Поэтому вы считаете второго красным, четвертого красным назвать не могли. Поэтому я подозреваю 7, который сказал, что красный 5. Вот. Вы думаете, 7 красный, да? Алло! Короче, смотрите, проверка 1. Спасибо, игрок номер 1. Он не может уметь, игрок номер 2, ваш 30 секунд. Смотрите, никого подъема не будет, ребята, мы успокоимся. У нас сколько там красных побед? Вы ведете счет? Я была мафом, вы меня всегда на 0 красный считали, господин. Один раз это было, но тем не менее. 5 черный. 5 не проверяется, 5 для меня игрок черный. Смотрите, что вы по 9 все думаете? Я играю с 3, я играю с 8, 10 вы хотите проверить? Вы думаете, вы уверены, что 9 красное? Хорошо, нужно сделать какую-то хорошую проверку. Проверить 7. Да нет, 6, давай проверим 6. Давайте тогда проверим 6. Спасибо, игрок номер 2. Жестикуляции много. 1, 2, 1, 2. Кто голосует за игрока под номером 1? Спасибо, это 5 голосов. За 2, 5 голосов. Кто за то, чтобы оба игрока покинули игровой стол? 2 голоса, этого недостаточно. В городе наступает ночь. Жестикуляции прочих действий до названия лучшего хода. И утро недоброе для вас. Игрок под номером 1. Ваша минута. Примите тройку черных 5-6-10. 5-6-10. Седьмого принято. Не называю за вас. Вас прошу не играть так больше. Это не красиво по отношению к черным. Вы не даете им играть против вас. Смотрите, я считаю пятого черным, шестого черным. Между 7-10 оставил 10 и за вас. Вот. Я бы голосовал просто 5-6-10 пилил с вещами на выход. Вы проверены красным. А есть другая информация? Нету, да? Ну, тогда бы я пилил 5, 7, 10. Вот я считаю пятого точно черным. Седьмого за то, что он сыграл с 5. Тоже. Я тут, кстати, больше попадаю, чем первый. Ну, отлично, красавчик. Вот. Мне просто интересно, смотрите, мы из одной стороны приехали, вы хоть раз со мной сыграете? Они со мной играют, а вы со мной не играете, ни один, ни вторая. Просто ужас. Шестой правильный красный, пилите, я считаю пятого точно черным. И седьмого подозреваю. Он все время как черный, он играет против людей, которые называют его черным черным. Спасибо, игрок номер 1. Получил первый пол на речь первого игрока. Игрок номер 2, ваши минуты, игрок номер 6, у вас 2 пола. Кто победит, вы показали? С кем? Вы 10-го? Для меня черный 5 акцентирован. Мне очень сильно не понравилась его речь. Я не поняла, как он показал, что 4 красные. Я пилиться не буду. С этого игрока номер 6, потому что 2 красные. Вы не будете вгонять смуту, и вы не руководите этим городом. Этим городом пока что руководит игрок номер 6. Вы стреляете на игрока номер 5. Но мне его речь у меня была черная. Для меня непонятно, как он нашел меня красный, при этом мне сыграл с 3. Хотя на данный момент нет особой игры против игрока номер 3. Мое субъективное мнение, что 10 был не сильно черным, что он сыграл против вас. Я понимаю, что он сказал, что 6 точно черный. Кто 4? Показал одну проверку. 6. 5 почему-то с ним сыграл, он никак не отреагировал. Для меня 4 игрок не сильно красный. Что-то кто-то 4-5. Ну я бы скажу откровенно, я бы лучше хода стояла 5-6-10.
Смотрите, ну мне немножечко тяжковато. Да, я бы лучший ход оставила. Смотри, вот я уже. Они начинают меня поджаривать просто. Я нормально говорю. Мне кажется, я говорю, очень по красный, меня трогают. Скажи просто, кто красный, не надо кричать! Извините, извините, ну смотрите, фо спровоцировала. Ну вот один, вторая, третий лезут. Ты понимаешь, что черный тоже это делает? Спасибо. Игрок номер два, игрок номер два. Вы получили первый фол, имеете эмоции, игрок номер шесть, у вас три фола, игрок номер три ваш. Можно сказать, в одном предложении мне 10 не показался черным. Запятая, 5, 6, 10 мой лучший ход. Рили? Это как в 22 было, когда он не мог сказать 1, 2, 3. Выставляю 2, в 2, 5 есть черный. Мы пилим 2, 5, а не подозревал 7. А, смотрите, мне не кажется, что черный 10. Я играю с 10. А, смотрите, тут есть проблема, что я могу сейчас назвать, скорее всего, шерифа, который проверил 6. Вот, и смотрите, если от того, что уже 6 проверены красные, тогда может быть и черный 7, тогда я немного, да, 2, 5, смотрите, может быть 7, но я бы тогда запилил бы 2, 5, 8, мне кажется, красные 4, я не подозреваю 9, 10, мне кажется, 9, 10 красные. Смотрите, 9 сейчас сказала проверить 2, на данный момент, когда она поговорила плохо, мне кажется, 10 красные, он крикнул фо. Что сказал кто? Эу! 2, 5, 7. 2, 5, 7. Спасибо, игрок номер 3, игрок номер 2. Я услышал второй фол, игрок номер 4, ваши минуты. Да ну нельзя так делать. В общем, выставляю 5, выставляю 7, выставляю 2, подъем нормальный. Очевидно, что 5 чернее, чем 2, когда 5 игрок называет 3 игрока красным, игрок номер 2 атакует игрока, игрок номер 2 жестко атакует игрока номер 5, но игрок номер 2 это просто отвратительно было, когда вы сказали. Не было игры у вас против игрока номер 6 на речной перестрелке, был такой подозрительный 5, 10 не такой черный, лучший ход был бы 5 же здесь, к чему это такое чувство, как будто просто, ну что-то непонятное, короче, было сказано. Смотрите, игрок номер 6, вы игрок красный? К сожалению. Но мне искренне надоело то, что вы постоянно, когда черный, играете против меня по глупым аргументам, люди вас окрасляют. Uh-huh. Аргумент был третий, сатаковал два. Я сказал, мне тоже чем-то не понравилось два. Играю с три, но я не жестко атакую два, два может быть красным. Вы говорите, выбрасываю четыре. Почему выбрасываю четыре? Я вообще этого не понял. Потому что 4-5 могут быть вместе черными, когда пятый назвал меня красным. Акцентировали черный 5, а четвертый может быть с пятым, а не выбрасываю 4-5, потому что непонятно. Выставляю 7, выставляю 2, выставляю 5, подъем нормально, я за проверку 8 на самом деле. Потому что мне кажется, что 9 красный, мне кажется, что 3 красный. Вот, люди называют 10 красным, послушай, у меня были те же мысли, что и у него по поводу игрока номер 6. Потом я бы проверил 8. Спасибо, игрок номер 4, игрок номер 5 ваши. Мне кажется, я не могу доносить свои мысли, так что они были понятны. Я сказал, что мне 2, черное не показалось, играю с игроком номер 4. Вот, все, что я сказал. Я в попиле, вы решаете, я понимаю, вы решаете с кем. Однозначно я должен быть попили. Все. Я попили с 2, 7, правильно? То есть пока что на данный момент у вас мнение такое. Слушаем, что говорит еще игрок номер 7, 8, 9, 10. Вот, и решаем. Хорошо? Вот, 7 уже выставлен игрок, думаете. 3 черные мне не кажется, 4 я заиграл, что мне показалось, ну, отдельно, не то, что какую-то поддержку дать, а мне показался он игроком не черным. Вот, вы сыграли с игроками 2 и 3. И 2 может быть игроком красным, и там много мафов быть. Ну, речь 2, это было очень интересно. Эмоционально все классно. Попадание по цвету 0 в этой ситуации. Ну, и речь сама. Просто вас подожгли и вы перепутали. Не стоит просто заводиться. Я сказал, мне 4 очень не понравился, 2 я не подозревал. Спасибо, игрок номер 5, игрок номер 6. У вас 3 замечания. Можете выставить контроль, сказать, что у вас 10 принято. Игрок номер 7, ваша Смотрите, я не очень как бы понимаю на данный момент ваши действия, вот, но мне именно непонятно. Вы не спрашиваете мои мнения. Вы проверены красным, да. Действия ваши пока на данный момент для меня кажутся. Ну, я не вижу, чтобы именно вы сейчас мне помогли в этой игре. Вы думаете. Смотрите, шестой проверенный красный, вы показываете, что седьмой черный. Почему? Можете объяснить, почему вы это? Почему седьмой? Какая у вас, выставляю игрока номер 9, мне подозрительно 9, это 2, 5, 2, мне без разницы, что он говорит. Смотрите, я пока на данный момент не могу от него взять цвета. Мне кажется, 2, 5, 9, двойка черных игроков. Шестой проверенный красный, он предлагает управлять столом, я ему доверяю, вот, но на данный момент это не то, что мне необходимо. 10. Понимаете, о чем я? Запилите 2. 2, 5. Смотрите, будет так, как я скажу, пилится 2, 5, 9. Спасибо, игрок номер 7, игрок номер 8, ваша минута. Так он вас прозвал, он был...
Так, я думаю, 10-е черное. Смотрите, объясню почему. Я сыграл в команде 2, 3, 6, 8, 9. Я считаю, что 3 красные за эмоции, 6 красные. Я знаю, что я красный. Игрок номер 10 сыграл в команде 3, 4, 5, 7. Среди 4-5 обязательно есть черный игрок. Правильно? Почему тут 10-й красный? Я не могу понять. По мне 10-й очень подозрительный. Играю 2, 6, 7. Вы подозреваете, потому что назвали 5-го красным, которого столовый очень подозревает. 3-й красный, да. 3, 6, 7 я играю. Среди 2, 5. У меня вторая краснее, чем игрок номер 5. Но я бы пилил бы сейчас 2, 5, 10. Я не против своей проверки. Потому что у меня 3 красные, 6 красные. И если поднимутся, допустим, 2, 5, 10, просто 4, 9 идут по очереди. Как 10 секунд. 2, 5, 9. Ну хорошо, пусть 2, 5, 9. Тогда пусть 10 надо пить 2, 5, 9. Мне кажется, что она краснее, чем 10. Ну окей, 2, 5, 9. Спасибо, игрок номер 8, игрок номер 9. А он там что тебе под столом-то сделал? Не пойму, какие 2, 5, 9? Я не понимаю, ты что такое сейчас сказал? Значит, выставляю 7, выставляю 8. Я никогда не могла бы в жизни подумать, что я могу своим ртом это произнести. Значит, игрок под номером 8 начал речь, что, извини, я ничего не говорю, что ты обязательно черный, я считаю 7, 8, ну, я за 7 проголосую. Просто ты сказал не странную речь при десятерых, начал с меня речь, я думаю, 9 красная. Потом ты сейчас начал с игрока под номером 10. Я вообще в динамике ни хрена не разбираюсь, но он это сказал, и мне показалось, что сейчас типа должна убиться ты, поэтому он с тобой сыграл. Короче, это ладно. Значит, смотрите, почему седьмой я красный, можно я поговорю, не надо. Я же речь шестому вскрылась. Я проверила для стола, я его посчитала вас, игрок номер 6, игроком красным. Проверила, потому что стол просил, вскрылась вам. Выставляю 7. Человек сказал 2, 5, 9 подъем. Я сказала проверить 5. Когда ты, Маня, поговорила, я попросила проверить второй тебя. Второй полугрок номер 9. А попросила тебя, знаешь, за что проверить? За то, что ты предъявила, кто такой 4, который попросил на проверку 6. Спасибо, а игрок номер 9. Игрок номер 7, первый пол. Можно умерить эмоции и жестикуляцию? Игрок номер 10, ваша минута. Смотри, ты красный, ты думаешь 7 черный, правильно? Выставляю 7, я голосую 7. Почему ты не хочешь голосовать 7? Игрок номер 7, второй фол. Чего ты не хочешь голосовать 7? Эл. Уходит 5. Между 2 и 5. Хорошо, после 2, после 5. Видите, я пошел Башарию проверить меня. Вот, это, мне кажется, будет хорошая проверка. Вот, смотрите, я вас посчитал черным, я объяснил, на что. Смотрите, если вы понимаете, что, ну, адекватно черный игроков есть. Если я черный, вас не дадут, с ром проверить, вы не понимаете. Смотрите, я объясняю. Уже есть два скрытия, правильно? Смотрите, если я черный, я же самому больше сказал, что вы черный, правильно? Ну не мешай мне! Я разговариваю! Значит, если между 7-9 понятно, есть черный, правильно? Они точно дадут вас игроком черным, если я игрок черный. Потому что не будут вы с утром проявлены красный, когда я черный и сказал, что вы точно игрок черный. Черные игроки не будут поступать так, секунд. Чтобы я ушел при 9. Вот они сказали, что вы с утром проявлены красный. Я же уйду, правильно? В чем смысл? Все, следующий 5. Вот, да, хорошо, я с вами в 5. Все, спасибо, игрок номер 10. У меня просьба, умерьте эмоции и жестикуляцию. У вас много фолов. Голосование выставлено 6 кандидатур. Прекращена любая жестикуляция. 5, 2, 7, 10, 9, 8. 5, 2, 7, 10, 9, 8. Кто голосует за игрока под номером 5? Спасибо, это 5 голосов. Кто голосует за игрока под номером 2? Спасибо, это 1 голос. Кто голосует за игрока под номером 7? Спасибо, это 2 голоса. Кто голосует за игрока под номером 10? Спасибо, нет голосов. Кто голосует за игрока под номером 9? Спасибо, нет голосов. За 8 поставьте руки, кто не голосовал. Там игрок номер 5, ваша минута. Вы считаете... Можно еще секундочку? Моя речь идет. Вы считаете 7 больше игроком? Флэш, 7 черным игроком вы считаете? Да, черная команда может быть среди игроков 4, 7, 8, 10. Вот. Более прерогативно, но я же не совсем как бы какой-то очень тупой. 7, 8, 10, там хотя бы 2 черных игрока. Игрок номер 7, третий фол. Ну вот такие мысли. То есть можно было пилить на самом деле. Пилить? Можно было попилить игроков 5, 8, 10 без 2 в этой ситуации. Ну, по крайней мере, я же черный, я же должен поломать, правильно был? Кого бы я проверил? Я проверил бы 10. Я бы такую проверку сделал бы. Но мне казалось, что он красный. То есть это то, что именно я редко называю вообще его красным. И мне казались вы игроком не черным. 10 секунд. 3 я просто пропустил, в бок оставил. И все. Мои мысли были. Поэтому я искал бы черных бы там бы. Ну, если 9 для вас шериф, окей. И для вас 9 шериф. Спасибо, все, игрок спасибо. Номер 5. Покиньте игровой стол. В городе наступает ночь.
Недоброе для вас. Игрок под номером 7. Ваша минута. Так, смотрите. Два проверенные красный игрок. Снять три. Обязательно снять три. Умерьте эмоции. Он показал шестой черный. Я проверил шестого игрока. Я ему даже вскрылся. Он не понял. Он показал вам под столом. Он сыграл против два. Четвертый, мне кажется, красным. Я десятого игрока не подозреваю. Мне кажется, что черные игроки... Я могу ошибаться. Между 3-8. Минимум один игрок черный есть. Третий сказал, что черный 6. Я проверил 6 для него. Он вам он сказал, черная 2. 2 проверенная красная. Черный я. Шериф 9. 5 какой? Какой 5? 2 у него. 2 у него. Смотрите. Мне кажется, что 3... 8, 9, 10. Минимум двойка черных игроков. Подумайте, снимите 3. Это мы, если я ошибся в 3, мы проиграли эту игру. Mm-hmm. Он в 0 сыграл. Он в 0 игроков попал. Спасибо, игрок номер 7. Покиньте игровой стол. Игрок номер 2 у вас 2 фола. Игрок номер 6 у вас 3 фола. Игрок номер 9 у вас 2 фола. 10, 1 фол. Игрок номер 3 ваша минута. Смотрите, если я черный, почему? Стоп. Я не просил проверить 4. Я ей ничего не показывал. Ни один цвет я не показал ей проверить. Я ничего не просил ее проверить. Смотрите, ну я не пойму. Если я черный, мы разыграем баланс 2-5. 7 никто не верит. Смотрите, красный я, вы красный, готовы были снять 7. Есть рука 9, которая туда проголосует, и 10 был бы снял ее. А в 2-5 есть черный. Нам нет смысла стрелять 7. Вы, смотрите, вы просили 7-го проверить 2. Че он его проверил? Вы не говорили ему, да, ничего проверили? Вы ей советовали, да? Пусть лучше четвертый будет выставлен под вторые руки, потому что, мне кажется, это самострел. Спасибо, игрок номер 3, игрок номер 4 ваш. Да слушайте, какой самострел? У нас все игры выигрываются на угадайке, потому что шериф умирает либо в первую, либо вторую ночь, и кто-то едет. Смысл мне с 7-м игроком брать и делать самострел сейчас? Выставляем на голосование игрока номер 9. Послушайте меня, пожалуйста. Принято. Здесь вы собираетесь вестись на эмоции. Игрок номер 3, мы 9 сейчас будем снимать. Если собираетесь вестись на эмоции игрока номер 9, сразу говорю, была игра, когда она тоже эмоционировала, я на это тоже повелся. Проверка 4 не идет. Она показывала мне, что я игрок красный. Не было против меня игры. Я попросил проверить игрока номер 3. Против меня она всю игру не говорила, что я игрок подозрительный. Не было бы сейчас самострела игрока номер 7 с красной проверкой игрока номер 2, это невыгодно. Поэтому выставляю контуру игрока номер 9. Сейчас уходит 9 в противовес 7-му игроку в баланс. И мы дальше думаем. Концепция того, что самострел съесть самострел на магистрейте, когда это бессмысленно, минусовое действие. Он на первом месте, вот он умеет играть. Не будет такой игры. Выставляю 9. 10 секунд. Никогда в жизни он не даст 6-го проверенным красным, когда он играет против 7 и выбрасывает меня, когда я прошу проверку. А после этого делает самострел, сделал 6-го за сторону красного. Спасибо. Если вы достигнете, это просто абсурд. Игрок номер 4, игрок номер 6, 3 фола, будьте осторожны, ваши минуты. Проверенный красный за сторону, никто не играет в версию 7, выставляю 4. Угу. Проверяйте между игроками 2-10. Черный между 2-5, я не знаю кто. Все 10, я подозревал 7, вы вылезли на стол, сказали, что 7 точно красный, поэтому я не могу. Потом 7 не стучит, что я проверенный красный. Я на 9 я уже не смотрел, я не понял, что 9 мне вскрылось. Я играю в версию, что один шериф за столом, 7. И все, и он все, что он делает, для меня непонятно. Вы думаете, шериф 9. Все, тогда проверяйте 2, либо черный 4, 5, 7. Мы голосуем, я красная проверка со сторон, нет смысла не голосовать со мной. Если я голосую на 3-3, все вместе, в любом случае, тройка черных проголосует со мной. Поэтому все красные голосуют 4, проверяется игрок номер 2. Я думаю, 9 шериф, я думаю, 7 черный. Все, черный, наверное, 4-5-7, либо 2-4-7, потому что проверка 2 непонятная. 10 секунд. Все, выставляю 4, спасибо. Спасибо, игрок номер 6, игрок номер 8, минута. Франклин, нет смысла делать самострел. Первый фол. 2-4-7, скорее всего, не ставлю 9 шериф. А если шериф 7, обязательно 9-10, добьем черные. Не, не считаю третий черный, несмотря на то, что он там говорит, что 10 очень красный. Он просто заебался, для меня очень красный, поэтому я не считаю третьего черного. Поэтому только 5-9-10, либо только 2-4-7. Угу. Два точно черные.
Нет, может быть 5 еще. Ну, да, хорошо, голосуем за 4, поставляю 4, на параллели 2. Я не понял, она на прошлый круг меня выставила. С чего вдруг? Если я сыграл со всеми ее красными, получается. Ну, кроме игрока номер 2, хотя она тоже сказала, что 2 красных. 10 секунд. Ну, окей, снимем 4. Поставляю 4, спасибо. Спасибо, игрок номер 8, игрок номер 9 минуты. Смотрите, у меня Михаил все время предъявляет одному маленькому неопытному игроку, который начинает странно свои речи с каких-то непонятных цифр. Вот ты сидишь при 10-х, начал речь с 9. Потом с 10, поэтому я подумала, что это странно. Значит, мне надо объяснять, почему я шериф. Я просто перед вами объяснюсь, да, вы просили 10. А я думала, ну, поскольку ему никто не верит, что я буду в отстреле. Ну, типа 2-5 мы считаем один черный, 10-й закрыл стол и сказал, блин, 9-й точно шериф, я с тобой снимаю 7. Типа мне его проверить, ну, не хочется за эту речь. А если я стреляюсь, мне нужно найти какого-то, ну, черного, ну, среди 2-5 мы же считаем одного черного, последнего. Ну, поэтому я проверила игрока под номером 4. Понимаю, что надо было, наверное, как вы сказали, вам это удобнее, но, ну, там, кто сомневается, выставляю 4, кто сомневается, там, типа, я там дам под 6-го 10 каким-либо цветом, как вы просите, просто не буду изобретать, 4-й 2 круга называл меня игроком секунд. Красным, я его не дам черным, ну, и всякие такие вещи, которые, ну, типа, мне кажется, должны быть вам понятны. Я думал, что вы не будете верить в самострелы, дала меня черным. Второй фол, игрок. А, кстати, вы реально не верите, что я вам вскрыла? Вы просто, я только вскрылась, и вы сразу сказали, что... Игрок номер 10, ваша минута. Смотри, единственный вариант, который мы можем брать здесь, это черная 389, но если черная 389, тогда мы с тобой завезли бы группу, не умирает 7, умирает, допустим, 2, вот, и мы с тобой оба голосуем на 3-3, потому что мне казалось, 9-я красная, вот, кстати, на 0 круге я думал, что красная, я реально так думал, просто если бы я сорвал еще с 9, то это было плохо. Смотрите, мне кажется, ну да, мне кажется, черная реально 24-7, либо 4-5-7, ну, не знаю, не 2-5, черный, вот, мне кажется, 4 черных. Смотрите, я думаю, черный 4. Вот, по моему мнению, поэтому сыграть 4, я голосую 4. Все, спасибо. Спасибо, игрок номер 10, игрок номер 2. За все голосуют 4, мне нужно, наверное, вам объяснять свой красный цвет, мало ли, что потом произойдет на следующий круг, выставляем с вами игрока номер 4, да. Смотрите, черная команда 2-4-7, они оба меня, ну, поняли, начали именно трогать, когда это не нужно. Игрок номер 7 сыграл с черными игроками, 2, с игроками 2-3-5-6, потому что я наименее игрок красный, 4 тоже как бы со мной не играл, хотя, мне кажется, со мной можно было сыграть, поняли, типа, черная команда 2-4-7. Вот, вы уверены, что хотите снять 4, да, по-любому? Ну, окей, потому что мне казалось, что можно... сказать, что вы думаете. Вы, ну, вы же понимаете, они все начали жестикулировать на моей речи. Мне, вы думаете, красный 3-8. Мне кажется, красный 3. Все, как бы, а 8-10 больше красный. Вы думаете, что 8-9-10? Ну, мы уже все голосуем 4. Я не знаю, я надеюсь, игра продолжится. Если игра продолжится, вы должны понять, что я игрок красный, что я не с 4, не с 7. Мне невыгодно играть только игрока номер 5, который сказал, что я игрок красный. Ну, мало ли вдруг что произойдет. Просто, чтобы вы понимали, у нас какой-то контакт должен быть, игрок номер 6. Вот, надеюсь, игра продолжится, но как бы... Спасибо. Игрок номер 2 голосования. Пришла добавить ситуацию. 9-4. Кто голосует за игрока по номерам 9? Спасибо. Один голос за 4. Все оставшиеся игроки на 4 минуты. Знаю, господин 22. Мне кажется, что у вас в этой игре эмпатии 0 просто. Да, черная 4-5-7 это просто катастрофа. В игре, где вторая чуть ли не со слезами кричит на игрока. В игре, где третья красняется так, что невозможно против него сыграть. В игре, где шестой с тремя фолами шепчет. Ты даешь его проверенным красным, когда я против него играю. Когда хоть все паковывают нашего пятого, потому что вторая краснилась. Ты делаешь самострел. Это невозможно просто. Я не знаю, это непонимание игры. Я очень злюсь, я впервые злой за все время. Потому что так плохо сыграть за черную карту невозможно. Спасибо. Спасибо. Что поиграл, победа. Красный.